Мы уже в фуникулёре будем подниматься вверх на мыс Кейп-Уинсер. На Кейп-Пойнт, потому что сил, как на мыс Доброй Надежды, как карабкаться уже не хватило. Кейп-Пойнт, конечно, очень отличается от мыса Доброй Надежды, потому что здесь все очень облагорожено как раз для туристов. То есть вот такие тропинки красивые, растительность. А мыс Доброй Надежды, ну, надеюсь, что он, в принципе, в более-менее первозданном виде сохранился. И в этом, наверное, его самая большая ценность. Мы сейчас начинаем подниматься потихонечку к маяку наверх. И обратно тоже будем спускаться не на фуникулёре, потому что, честно, у нас сегодня была такая насыщенная программа, что мы немножечко устали. Вот такие чудесные виды открываются с Кейп-Пойнта. Мы сидим, смотрим на океаны. Смотрим на прекрасную природу. Ни одного еще бабуина не встретили. Но думаем, что... Ну, точнее, не встретили в Кейп-Пойнте, потому что по дороге мы их уже видели. Но думаем, что у нас все впереди. А пока нам хватает и другой очень интересной живности. Возле Атлантического океана нужно бы хотя бы ножки помочить.